Один оператор вместо целой бригады рабочих. Полная автоматика. Техника за считанные минуты превращает бетон, кирпич, камень и даже прочный ангосольский скальник в мелкий щебень и песок. Первыми новинку оценили областные власти. На сегодняшний день при строительстве дорог производится демонтаж старого покрытия, бордюры, плитка, значит, разрушенная. Все это вывозится на отвалы. Или, ну, как правило, это не перерабатывается. А вот эта техника позволяет на сегодняшний день, ну, как раньше говорили, отходы в доходы. Строительный мусор машины перерабатывают в сырье для строительства дорог. Так, утверждают специалисты, можно сократить сроки дорожного строительства и значительно снизить стоимость материалов. Производительность комплекса 200 тонн в час. Комплекс подвижный, он может передвигаться на гусеницах, а также на автомобильных платформах. Мы не привязаны больше к электроэнергии. Машина работает на дизельном топливе и может работать в любом карьере вокруг Иркутска. Подобных дробильно-сортировочных комплексов только два на всю Россию. Один работает в Краснодаре, другой в Иркутске. В сибирских условиях австрийская установка уже прошла первые испытания. На отлично. Екатерина Бурман, Николай Крупченко. Новости сейчас.